Кто здесь? С вами я, Никита. И сегодня... Сейчас. Так, все. Привет, Антон. Короче, сейчас пойдем в нашу нычку. Я играю вместе с Антоном. Антон, короче, сейчас, ну, не у меня дома, вот. Он сейчас не может там вам передать привет и так далее. Ну вот, мы с ним в WhatsApp переписываемся. Антон! Сейчас. Антон, иди за мной! Антон, надо было идти за мной, чтобы попасть в клетку. Короче, да-да-да, всем привет, с вами я, Никитос. Я, наверное, здоровался, не знаю. Переворачивайся, планшет. Так. Что у нас тут? А куда мои ботинки делись? Стоп. А куда мои ботинки делись? Помните, я подобрал ботинки? Еще меч. Катану. Это кто? Антон, у тебя нету 100 поинтов. Это купи... Вот эта штука 100 поинтов, это чтобы купить 100 поинтов за Роблоксы. А так у тебя нет 100 поинтов. У тебя знаешь, сколько поинтов? Один поинтс. Вот все думают, что у них 100 поинтов. Но нет, это не 100 поинтов. Это купишь 100 поинтов. Ой. Антон, Антон. Так. У Антона уже 7 поинтов. Нифига. Это сатанинский знак. Гляньте, сатана! Сатанинский знак, сатанинский знак. Что-то новое, реально! Откуда сатанинский знак? Его обычно нету. Ага. У меня вообще-то 8 поинтов, дурак. Да-да, у тебя 8 поинтов. Понятно тебе, но не 100. Так, я Red Bull покупаю. Red Bull. Red Bull окрыляет. А еще у меня есть регенерация Coil. Угу, отлично. Все, у меня есть регенерация Coil. Выпиваем Red Bull окрыляет. Red Bull. Я фонарь купил. Ты снимаешь вообще или нет? Да, снимаю. У меня есть Red Bull, отстань. Так. А я тусуюсь. И чё, и где все? Антин, стой, Антон, я тут! Я там видела Антона, прикиньте. Вот там побежал. Ну, Антон, я тут. Это крутая нычка, сюда иди. Сейчас ему тут напишу. Антон, иди в лес, я здесь, ты мимо меня пробежал. В лес иди. Это хорошая нычка, чтобы выжить. Ты хочешь выжить, иди в лес. Хочешь выжить, иди в лес. Изи. Да, Антон у меня в друзьях, Антин, вот это. Не-не-не-не-не, это кто? Вы сейчас видели какой-то чубрик? Чубриха. Чубриха. Я тут в топе, йоу-йоу-йоу. Я тут в топе, йоу-йоу-йоу. Тихо. Вот этот без Ника, это кто? Без Ника. Я не знаю, кто. Мы с Антоном решили в эту игру сыграть. Вот, ну, он у меня в друзьях. Вот он, наконец, он додумался сюда пойти. Не прошло и года. По-моему, меня вообще не заметил. Реально, по-моему, меня вообще не заметил. Ну, давайте. А кто сейчас?
Ой, сейчас. И кто сейчас? Вот там кто-то бегает. О, это Пеннивайз. Видели, там был ник Пеннивайз? Это Пеннивайз. Какой? Сколько у меня сейчас зарядки? У меня 15 заряд. Это что там вообще было? Пьем этот. А, Антон тут. Антоха, привет! Это нычка крутая, ёмазый. Только не нажимай на эту кнопку. По-моему, нажал на эту кнопку. Чё бы мне подарило, чё бы. Давайте купим упоротую псину. Упоротая псина. Всё. У меня есть упоротая псина. Летает вокруг меня. Я пуп земли. О, кстати. Сейчас будет волшебство. Ба-бам! Такая музыка. Мне еще в телефон смотреть. Голосовое сообщение, ну нафиг. Так. О, Антона, кстати, нет. Антон вышел из игры. Чего Антон вышел из игры? Антон вышел из игры. Я тебя не вижу, где ты? Антон, почему ты вышел из игры, а? Мы были с тобой на сервере. Походу, он не знал, то, что мы были с ним на сервере. О, господи. Бракия. Привет, Бракия. У меня, кстати, скоро 100 сервайвалов. Я крутой, ё-моё. Ну, давайте меч купим. Еще линейку балды. Все, побежали куда-нибудь. Red Bull окрыляет. Классик Пеннивайз. Опять Пеннивайз будет, боже мой. Надоели с этим Пеннивайзом. Вот так. Все, Антон, мы с тобой на сервере. Здрасте. Здрасте. Это кто? Соседочка! Такс. Сейчас я тут поставлю планшет на заряду. На зарядку. Нету монстров. Монстры, Ну, я, как обычно, в своей нычке. Вот Антон там фигней занимается, прыгает, веселится. Вообще все на свете. Сейчас. Меня, возможно, убьют, а возможно, нет. Что, зарядка на той стороне была? Привет, Антон, привет! Да, привет! Антон, я видел Пеннивайза. Это, короче, был Пеннивайз 90-х. Антон там что-то, наверное, написывает. Антон, в какой еще город? Сам иди в город. Какой-то город нашел. Ну, мне город. Сейчас. И тедец. Тедец. Я Red Bull выпиваю. Это что за звуки такие? Не помню, чьи это за звуки. Антон вышел из игры опять. Выходит все время из игры. Все, отстань. Не буду я на его смс-ки отвечать. Все, отстань. Так. Куда-то я бегу. Так, выпиваем опять редбульчик.
Концерта. Тих. Мне кажется, этот монстр рядом со мной. Ай, бежим! Да нет. Терри. Терри. Терри, терри. Зачем я бургер взял? Эй, ладно! Чезберг. Ладно, Red Bull тоже нужен. Надо запить. Джейсон, Джейсон Вурхис. Я просто Джейсон. Вообще, по-моему, не Джейсон. Слышали? Я всегда думал, что это пила. Задолбал Антон со своими смс-ками. Ну, нафиг. Это нычка намбаван. Ну да, это такая пила у нас там. Такс. Короче, я поставлю на паузу, потому что... В общем, я поставлю на паузу, я подумаю, играть в эту игру или нет. А пока я буду копить сервивел. Потому что вам будет скучно смотреть, как я просто стою и набиваю их. Кто это сейчас? Ангелы? Антон, в какую игру? Терра Пеннивайз. Потому что такая музыка. Ну хотя бы с Red Bull мне быстрее. Короче, зайди на меня и все. В какую мини-игру? Опять в ту же, что ли? А чё его вокую-то? Ну, а, вот шарик, шарик, шарик. Это Пеннивайз. Шарик Пеннивайз, логично. У меня 300 поинтов. Нет, в другую просто перезайди в Роблокс и всё. Ну, слава Господу, что в другую. Так, ладно, выходим из этой игры. Я пытаюсь с этим упрямым Антоном сыграть, но... Антон. Ой, в какую? Да, да, у нас что, перезайти, потому что я не смогу выйти. Так, все, я перезашел, сейчас пойдем на Антонину игру. Про тачки, самолеты, танки, бла-бла-бла-бла. Такую тему. Вот, Антин. Какую он игру играет? Антон, я не могу в твою игру зайти. У меня тут что-то по-английски написано, и нет кнопки play. Короче, не могу я сыграть. Антон, видно, эта мини-игра только для компов. А не для планшетов. Ладно, поставлю на паузу. Мы разберемся. Вот. Мы будем играть, собственно. Короче, я перезахожу. Какой раз в этот Roblox? По указаниям Антона. Непонятно, зачем перезаходить. Ну, зачем-то надо да перезаходить. Антон. Антин. О, Антон, Антон, Антон! Я эту игру знаю, я в ней про! Помните эту игру? Да, мне нравится эта игра. Йоу. Антон, тебя нету, перезаходи. А почему именно он? Да потому что я уже задолбался перезаходить. Его очередь, ничего не знаю. Давайте будем зомби. Я зомби! О, хоть новая карта, кстати. Хэллоуинская карта. И, ну, не новая, новая. Новая карта. Гляньте, два брата-близнеца. Все, 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 мы оба на сервере. Я зомби на кладбище. Все, отстаньте, я на кладбище, я хочу умереть.
братунки, не-не-не-не-не. Нет, не убивайте меня, а добрый. Ой, ё-моё. Граната! Моя гранатка, моя милая гранатка. Моя милая гранатка. На-на-на. О, мега-мега-мега-мега-мега-мега-мега скорость. Мега-мега-мега скорость. Мега-супер скорость, я вас всех расстреляю, а ну идите сюда. Все, моя скорость кончилась, блин. Сюда идите, я вас убью. Ну чё? Так, ну тихо. А, меня убивают. А, меня убивают, и мне норм. Не норм, ё-моё. Где Антон? Антон, сюда иди, ё-моё. Антон! Оглядись вокруг! Я вас расстреляю. И чё, и где все? А, вот там кто-то. Все, все, все. Все на кладбище, логично. Сюда иди за меня, Антон. Не знаю. Убиваем всех. Всех и до одного. И ты иди сюда. Я тут... А, я был про... Ну, я был тут самым про... Да всплыл. Сюда идите. Когда, где, когда, зачем, почему, когда, почему, зачем, зачем, почему, почему, почему. О, там за Антоном гонятся целое стадо. Антон, я тебе помогу, сюда иди. Граната! Ой, тихо, 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 сзади, 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 задница. Ой, там вижу что-то. А коктейль Молотова! За мной зомби гонится, сварись! Коктейль Молотова, слышу, это мой коктейль Молотова! Я! Ой, слаймик, слаймик, слаймик. Отстань. Молотов, 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 Молотов. Граната! Антон, ты взял всех моих зомби, перебил, я сам справлюсь. Так, а ну иди сюда, Антон, я сам справлюсь, свали. Так. Мне вообще граната бы не помешала. Вот этот Антон забирает весь мой кэш. Чек, я ему напишу в чат. Свали, я сам справлюсь. Антон, я сам справлюсь. Не надо мне помогать. Надо ему обязательно написать. Так он не понимает, хотя я ему и так ничего не говорил. Такс. Умри. До свидания. Вася, до свидания. Так, о, босс, 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 я... Это мой коктейль Молотов. А где босс? Босс где? А босой где? А косой где? А где босс? А, вот он! Не показали, не показали, где он. Ты сюда иди, сюда иди, сюда иди. Коктейль Молотова! Слышь, 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 слышь. Сюда! Иди! Сюда иди! Когда я голову скосил, странно. Не-не-не! Не-не-не-не-не! Не надо мне вот таких штук. Кидается там... своими шарами. Сюда, иди, он за мной бежит. Ну и беги дальше. Он упал. Он сальтуху делает! Гляньте, сальтуху, опа, опа. Он сейчас меня убьет. Блин, мало хп! Меня убивают! Нет! Блин! На этом мой конец. Черт. Так, ну давай, буду зомби. Если ты не поставишь лайк, то он тебя сожрет. Еще у него спина сломалась, да-да-да.
Здрасте! О, нет, меня убили. Ладно, пока мы сдохли, мы можем попереписываться в чате. Так, что он там не пишет? Да сколько ж там можно-то? Окей, с боссом я тебе сам помогу. Меня убили вместе с тобой, я тебя вижу, кстати. Антон, и с боссом мне не помогай. Все мое! Попереписывались. Так, ну давай зомби буду, зомби. Я тусуюсь. Пойдем в домик фиолетовый, прифиолетовый. Так, берем М-ку. И стреляем куда-нибудь подальше. Стреляем куда-нибудь. Вот тут целая туса. Оу, мои зомбики. Отстаньте, мои зомбики. Ох, там стадо-то какое. Ох, там стадо, Антон там. Антон, сюда иди, убью. Так, Антон, там надо помочь, навряд ли ему там надо помочь, ну плевать. Так, ай, за мной сейчас стадо будет бежать. За мной стадо зомби. Как их убить? Что делать? Сдохнуть. Оу, их еще больше стало. Вот я вижу с Антоном. За Антоном тоже стадо бежит. Что делать? Помогите. Так, сейчас вот этого убьем. Сейчас я какую-то штуку... А, суперскорость. Все. Че? Уи-уи-уи-у. Все. Йоу. Йоу. Граната. Нет! Ты чё ж ты меня палишь-то? В прямом смысле! Антон свалил, молодец. А теперь он сваливает куда-нибудь. Наконец-то. Тихо. Тут все собрались, по-моему. О! Фиолетовый, сюда иди. Это Антон, свали отсюда. Зомби лавленые, или как это. Ну и что, бегает там Антон, ерундой занимается. Ну, бегай дальше. Теперь я на втором месте топов. Ого, кто-то там 5000 убил, а я 3. Я иду. Куда-нибудь. Я не знаю, куда я иду. Луна! Луна это... Ой, испугался. Не-н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 е-
Почему? За что? Нет! Тыква должна вас испугать, и вы должны свалить. Как вам это надо повторять? Замечание в дневник. Воу. Чё я замедлился? Реально стал медленнее. Почему так? Ай, убивает. Граната! Куда я ее кинул нафиг? Тихо, кто там стреляет? По-моему, это не Антон, у него нет такой лазерной штуки. Вот он, собственной персоной идет Антон. Но ты мне не помог, кстати, за те зомби. А я тебе помогу. Так. Это мои зомби, Антон, свалил отсюда. Воу, Антоша, что это был за взрыв ему? Куда ты там, зомби пошел? Антон, все, убежал.
Пойду в ту сторону, вот в ту сторону, просто вперед. Потому что, по-моему, впереди никого нету. Все там сзади. Впереди никого, а сзади кто-то. Но мне все равно, пойду всех расстреляю. О, нет, уже сзади. И забудьте. Атакует, 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 атакует. Но Антона хотя бы нету. Такой, говорю, Антона нет. И ты трэдди. Бежит на меня. Ну, его нет на горизонте. А в игре есть. Так, ну, короче, сейчас вот этот зомби взорвется, и будет все весело и классно. Салют. Тихо, 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 тихо. Томми. Вот Антон бежит. Вот Антон бежит. Вот он там куда-то лезет. Слышь, Антон, не лезь туда, ты упадешь. Так, ну все за мной пошли. Вот нормально. Маруська. Маруська. Я морожку, отстань. Кому порезать морожку? Сейчас буду резать морожку. Так, так. У! Я меч куда-то кинул. Я как-то меч кидаю. Отсюда. Пацан, куда ты идешь? О, все, я один. Бра. Ну где все-то? Просто тут такой постою. И задумаюсь. Стреляю по всем. Ну хоть Антона нет. Грунуту, грунуту. И там еще коктейль Молотова. Там еще коктейль Молотова, боже мой. Боже мой, коктейль Молотова. Я гранату еле взял. Огонь непонятно куда. Огонь еще раз непонятно куда. Огонь еще раз непонятно куда. Шикар. Не-не-не-не. До свидания. Отстаньте от меня. Меня тут нету. Отстань. До свидания. Еще я, кстати, в эту игру играл на компьютере. Но потом на компьютере с Роблоксом что-то случилось. И... бабах. Я не знаю, что с ним случилось. Ну ладно. Лучше будет бабах. А, у меня есть граната. Граната! Куда я ее кинул? В здание. Давно я Антона не видел. Что-то подозрительно. Ладно. Ей! Тут какое-то собрание. А, это пушка и Антон. Вот и Антон на кладбище бегает. Не-не-не-не, да ну. Оу. Зомби. Это мои зомби, ничего не знаю. В них уже кто-то стреляет, вампир. Все, отстаньте, это все мои зомби. Антон! Помните, как у рыбки, да? 4 минуты и все, и до свидания. Тут все, убиваем. Надеюсь, он за мной не пойдет. Вообще, надеюсь, его убьют. Будет еще лучше. Так, 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 так. Все, Антон, отстань. Убиваем, убиваем. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Граната! Эпично. Ой, там за Антоном гонится куча зомби. Потом они взрываются, потому что Антон все же как-никак. Не-н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 е, не взрываться. Огонь! Я за стенку. Огонь! Воу-воу-воу! Армия, армия, армия!
Нет, армия, целая армия бежит. Так, кто мне помогает? Кто мне помогает? Не помогать мне, фу, не помогать. Фу, армия зомби. О, слышали, у меня там телефон так вот перегал, это... Вот это что прошло? Ну, зомби, отстань от меня, ты уже надоел мне, до свидания. О, гранату он мне дал, спасибо. Молодец. Хороший зомби, полезный зомби. Так, можно и гранату кинуть. Да куда ж она летит-то всегда? Кто мне помогает? Без помощи, я сказал, без помощи. А еще молотов взял, молодец. Воу, тут целая эта компашка собралась. Великих воинов. Антон где-то вот, где-то там гуляет. Нет, уже не там. О, за тобой ангел гонится. Ангел из кто... Кто? А, из доктор кто? Воу. А, босс. Все, мой босой. Антон, не помогай мне. Ладно. Ему, конечно же, 4 минуты требуется. Ну, короче, 4 минуты помнит, а все остальные минуты он не помнит. Даже часы, даже недели, даже месяцы, даже я сел. Куда я не скажу, но я сел. На песок я сел, ладно. Ладно, этот босс куда-то там пошел. Иди, беги. Тихо. Оу, что, месилово. Опа, прыжок. А, я сел. Я упал, да, точнее. Оу, не, где босс? А, что происходит, боже мой. Что ж происходит-то, босс? Босс, автограф! Не! О, уклонился! Так, до свидания. Упал. Оу, тихо. На. Появляется зомби. А, почему тут невидимая стена-то, а? Вот там стреляют с той горы, не стреляйте все. Там это Антон, который любит мне помогать. На, минус. Минус. А еще, кстати, хочу вам сказать, почему Ксюша не снимает с вебкой. Потому что, как бы... Она может снимать с вебкой, но ей не хочется, она хочет свое лицо скрывать, так она и сказала. Пойду к Антону, а? Мне скучно. Где реально все зомби, а? Что, всех перебили, что ли, боже мой? За меня кто-то? Нет, кто-то там стреляет. Куда все огонь открывает, а? Все, Антон сваливает. Вот зомби. Зомби. Если вы думаете, что я косо стреляю, то простите просто. Я вот стреляю и за своим пальцем ничего не вижу. Вот ничего не вижу.
Слаймик сзади, слаймик сзади, слаймик. Ладно, возьму я мячок. Вот так вот подерусь. Пойду с мяча всех поэтому. Тихо-тихо-тихо. С мяча. На, ладно, сэмки. Огонь, куда я бы не стрелял. Воу, тут на нас целая... Все, на нас напали! Новая волна. Тихо. За мной гонится какой-то черный зомби. Мощный очень. На. Я за Антоном тоже гонится черный зомби. Тихо. Нет. Я сюда буду шуметь. Что пришли зомби наконец-то. Это они меня не слышат, походу. Ой, мне что-то стреляет в одну точку. Все, больше не стреляет. Так, ладно, пойду за Антоном, который зачем-то туда пошел. Эй, на меня все зомби, на меня, давайте уже на меня идите. Хотят они на меня идти. Вот я и обиделся. О, еще там целая армия, боже мой. М16. Вот опять я приглашаю всех подряд в друзья. Я что-то уж забыл, то что так нельзя делать. В конце концов. Будет надо будет его удалить. В конце концов. Когда я его удалю из друзей, то будет круто. У меня есть молотов. Эй, зомби, хватит на кладбище гулять, я здесь. Эй, молотов. Ну, молотов какая-то ерунда. У меня вроде там еще есть немного места для друзей, поэтому я удалю его. Вот ангел, хранитель, до свидания. Вот. Ну и приглашу Ксюшу с телефона в друзья. Тут там что-то пишут. Наверное, Антон. Или что, я не знаю. Сколько я уж тут перебил. Еще не скоро я дойду до 5000. Ой, до 4000. Убийств. Тут бы еще прицел добавить. Ну, куда я стреляю, я вообще не вижу. Я в него попадаю, да, вроде попадаю. Так, ой, я его уже убил. Сейчас не заметил. Стреляем, тихо, сзади. Как что со мной? А, невидимая стена, уж точно. Ты. Это, наверное, Антон там что-то пишет. Вот там бегает, что-то мне пишет. Это ты там пишешь. Пойду куда-нибудь. И да! В два сообщения от него. Шикарно. Гита, хватит.
хватит мне помогать, я тоже сам справлюсь, все. Ники, давай в другую мини-игру сыграем, ПЖ. А, ты не хочешь в эту игру играть? Ну давай. Все, меня тут убивают как раз. Короче, Антон не хочет эту игру играть, поэтому наваливаем. Наватары наваливают, логично. Вот, сейчас, короче, выходим из этой игры. Антон не хочет в нее играть. Ну хорошо, хорошо, давай. Так, Антин, вот, его надо удалить из друзей. Сорян, пацан, ну, увы, у меня есть друзья, которые важнее тебя. Будем играть в зону 51. Давай, заходи в свою зону 51. Я жду. Долго он там-то будет в нее заходить, интересно. Ну заходи, давай, я жду, когда ты зайдешь, я за тобой зайду. Не, не могу к тебе зайти, у меня показывается то, что ты сейчас в зомби-атак. Ладно, я перезайду. Тогда уж в таком случае. Надеюсь, все будет норм. Все, я захожу, Антон. Значит, перезайди в Roblox. Да, да, я перезашел. Че? Давай нажмем на join. Блин, сейчас. Короче, давай сыграем в челлендж. Я тебя вижу. Антон, я куда-то ушел. Антон, я с бензопилой! Антон, я киллер! Никита зашел за киллер-мод, я, кстати, тоже зашел за киллер-мод. Короче, послушай, что надо делать в этой игре, короче... Антон, я знаю, что надо в этой игре делать, и без тебя я в нее играл, отстань. Ой, сорян. Такс. Как отсюда выбраться? Ой, я каким-то... Наконец-то могу бить. Никита, я тебя вижу, вот ты, какой-то с мечом или с кем-то, вот, короче, я около тебя хожу. Антон, я тебя не вижу. Антон около меня говорит, что ходит. Чё, блин? Антон, стой, я за тобой бегу! Короче, все, мы больше не монстры.
побежала, я же говорю, ну стой. Все, мы больше не монстры. Не-не. Я за Антоном бегу, но он что-то... Это... Что он там мне написывает? Отстань, Антон. Я в Граганду зашел. Мы куда-то идем. А может, я тут скин смогу себе сделать? Нет, это просто так. Антонио, где ты оружие взял? Отдал мне. Взял оружие, где ты взял? Стой, что? Где ты? Антон тут был. А, стоп. Нет, уже не... Чё это? Ага, он сюда пошел. Сейчас. Антон, я за тобой в канализацию пошел. Подожди меня. Ой, наконец-то я Антону встретил. Где ты это взял? Где вы это все взяли? Дайте мне, боже мой. Ой, сорян, извини. Не надо за мной бежать, бегай как сам хочешь. Все, отвали. Ой, сорян, извини. Так. Куда он пошел? А я не скажу, сам догадаюсь. Я пошел в другую мини-игру. Все, я не хочу с ними играть. Ну, кстати, что это? Сейчас. Робот какой-то. Никита. Типикин. Чё, блядь? Давай, в какую? Антон, давай знаешь, в какую? Я сейчас в нее зайду, а ты за мной. Еще не играли. Давай, заходи, куда ты хочешь. Захожу, то подожди, что. Все, короче. Такс. Все, мне надо выйти из игры. Заходим обратно. И сейчас мы с Эйра... О, там витамички на заднем фоне. Кто их видит, ставьте лайк сейчас. Теперь все видят, все должны ставить лайки, ничего не знаю, я ничего не понимаю. Ну давай, Никитос, заходи, уже тебя жду. Жди дальше, Антон. Все, все, захожу, Так, все, мы зашли. Сейчас мы будем... Я ничего сейчас не могу. Ты кто? О, вампир! Все, я тебя вижу! Она крутая! Я в ней становился про! Я не хочу в эту играть. Она неинтересная. Антон, с чего ты взял? Она еще будет крутая. Давай скорее группируйся. Сейчас будет жесть!
Тю! Антон, скорее иди куда-нибудь, группируйся, сейчас на тебя могут кто-то напасть или еще что-то. Например, это, Годзилла, ой, путай. Ну, телепузики, например, которые тут есть. Например, могут на тебя напасть телепузики, да-да, они тут есть. Так, даже не знаю, идти вниз или вверх. А еще тут есть магазин крутой. Надеюсь, они тут есть. Так. Дизастер зомби. Антон, беги, зомби! Его убили. Антон, я тебе говорил. Антох. Все на меня там, да? Да, все на меня. Все на меня, да? Все на меня. Антон, я тут становился прост, становился еще невидимым. Я молодец. Все, я могу гравити-пружину купить. Йоу. Гравити-пружина, йоу. Антон там крутится, вертится. Ну и крутись, вертись дальше. Я гравити-пружину куплю, мне норм. Гравити-пружина. Что происходит? Смотри, что со мной происходит. Ты офигеешь просто. Я не могу встать. А, нет, все, я встал. Кстати, ты видишь того базучника? Я его, кстати, видел когда-то, я помню, играл. Антон, а я невидимый и прыгучий. Чё? Я твой шлем вижу. А вот где он это достал. Я кручусь. От него. Я тут.
троллю криперов! Не хочу быть невидимым. Не хочу быть невидимым. Не хочу быть невидимым. Не хочу быть невидимым. Хочу стать видимым. Видимым хочу стать. Видимым хочу стать. У меня есть лицо, йоу. Антон, у меня есть лицо, только меня не видно. Это он может свободно, кстати, писать, потому что... Я один выжил! Такс. Какой-то непонятный коктейль. Он дает скорость, точно. Вот это какая фигня, фигня, фигня. Ты. Не-н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 е! Да не меня! У нас только трое, кстати. Это посмотри, сколько. Это посмотри. Ищи, глаза падают, валим отсюда. Это посмотри, сколько у меня вещей. Короче, я не буду с Антоном общаться по WhatsApp, потому что у него все почему-то телефон выключается. Короче, уж. Эй, это глаз не перекрыл мой Gravity Coil. Все. Ну все, он перестал мне его перекрывать. Да. Ты-ры-ты-ты-ты-ты-ты-ры-ты-ты-ты. Антон, отвали. Все, не буду я с тобой общаться. Не могу я. Ты нафиг своей трубой, а? Ты холла ин из вэл. Мне кажется, надо идти вниз. Не-не-не-не. Ошибочка! Вниз не надо было идти. Или надо? Надо вниз идти! Вниз надо идти! Надо идти вниз! Надо идти вниз! Ты-ры-ты-ры-ты-ты! Не, еще? Еще? Вовремя я спрыгнул. Я не знал, что еще. Тихо-тихо-тихо-тихо! Гляньте, как сделано это. Ну, не успели. Ква-ква-ква. Я до сих пор 14%, серьезно. Дыщ. А то он стал невидимым. Нет, зачем я вниз? Зачем я полетел? Зачем я полетел? Зачем я полетел? Зачем? 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 Я прыгнул в небеса.
не. Креперс. Креперсы! Эй, креперсы! Вы меня не убьете. Вы меня не убьете. Я тебя перепрыгну. Фигов ты огурец! Хоп! Изи, маза, изи. Люблю я криперов троллить. Криперы. О, Антон убивает. Тихо. Меня тоже чуть не убили. Ладно, на этом я съемку кончаю. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Это давай.